Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Oldie Computers, и я Владимир Смирнов. Сегодня мы опять находимся на ВВЦ, потому что школа восточных единоборств ДАМО в очередной раз проводит чемпионат по классическому ушу и различным его направлениям. Всероссийский турнир «Красный дракон» собрал в стенах школы ДАМО более 130 участников в возрасте от 6 до 60 лет. Причем не только из Москвы, хотя московских команд было, конечно, больше, но и из Иваново, Пензы и Костромы. Поделенные на возрастные группы, спортсмены продемонстрировали такие приемы, как кулак тигра, стиль богомола, а также техники работы с парными мечами, ножами, алебардами, крюками, ретизвенной цепью, уданским хлыстом и веером. Выступления участников судились весьма представительным жюри, состоящим из тренеров высшей категории, призеров и победителей чемпионатов России, мира и Европы, учеников великих восточных мастеров и послушников Шаолиньского монастыря. По итогам выступлений в каждой возрастной категории были определены свои победители, которым были вручены награды, а также памятные призы и подарки от компании Oldie Computers, которая по традиции выступила главным спонсором.